Здесь оборудована по всем правилам прорубь, теплая раздевалка и комната, где можно согреться, технический запуск клуба закаливания, к которому присоединились сторонники здорового образа жизни, состоялся в минувшее воскресенье. Официально и торжественно клуб откроют 2 января. Гостей на озере Светлое ждет праздничная программа с играми и конкурсами и, конечно же, купание в ледяной проруби. Весь январь все желающие смогут посещать клуб закаливания «Железный варяг» бесплатно.